Здравствуйте, в эфире программа «Точка зрения». Я ведущий Владислав Жуковский. Тема нашей сегодняшней программы – проводимая государством откровенно разрушительная деградационная социально-экономическая политика. С нашими сегодняшними гостями постараемся разобраться в том, почему все чаще, все большее количество российских экономистов, социологов, экспертов и простых россиян именуют проводимую социальную политику откровенно антисоциальной. Как же на самом деле относятся российские власти и элиты к учителям, врачам, представителям творческой и рабочей трудовой интеллигенции, которые создают будущее нашей с вами страны. Ну и, пожалуй, самый главный вопрос. К чему готовиться всем нам, простым россиянам, в условиях обостряющегося финансово-экономического и социального кризиса? Сегодня в нашей студии. Костриков Михаил Сергеевич, секретарь ЦК КПРФ. Нигматуллин Булат Искандерович, генеральный директор Института проблем энергетики. Новикова Екатерина Сергеевна, доцент кафедры экономической теории Российского экономического университета имени Плеханова. И Буклемишев Олег Витальевич, директор Центра исследований экономической политики, экономического факультета МГУ имени Ломоносова. Здравствуйте, дорогие гости. Ну, давайте начнем с самого яркого, запоминающегося новостного повода, вот со скандальных новостей, которые мы слышали буквально там несколько дней назад. Вот на молодежном образовательном форуме «Территория смыслов», а может быть отсутствие смыслов, премьер-министр и одновременно лидер партии «Единая Россия» Медведев, отвечая на вопрос о крайне низких, унизительно низких зарплатах молодых учителей, ну, примерно 10, 12, 15 тысяч рублей в месяц, посоветовал им уходить в бизнес. Вот с вашей точки зрения, о чем это говорит? Какая у нас все-таки социально-экономическая политика? Булат Искандерович, может, правда, вы не должны учителя много получать? Это нормальная ситуация? Дмитрий Анатольевич сказал это для развитого общества, например, если это было бы в богатом обществе, поверженной в 1945 году Германии или отчасти, например, в Соединенных Штатах, когда, в общем, средний доход населения достаточно высокий. Если у нас 50% людей, которые получают зарплату, имеют доход 20 тысяч, меньше 20 тысяч, ни о каком рынке, в смысле идите в рынок, занимать бизнесом, нет. У людей, которые могли бы покупать услуги учителей, денег нет на это. Это одна часть, это как бы одна сторона. Вторая сторона, у нас в Конституции провозглашено, что Российская Федерация – социальное государство. А в социальном государстве ВВП, бюджет – это 50% ВВП, а социальные расходы в бюджете – это примерно 25%, у нас 10-12. Поэтому такие низкие зарплаты. Михаил Сергеевич, получается, что мы возвращаемся в 90-е годы, вроде бы как опять предлагают врачам, учителям, деятелям науки уходить, собственно говоря, с того, чем они занимаются, и заниматься торговлей там, носками, ширпотребом, там, компьютерной техникой. Опять такая челночная экономика с разрушенным там, производственным, индустриальным, человеческим потенциалом. Это о чем? Это к чему? Рынка нет. Да мы, по моему убеждению, и не уходили далеко из 90-х. Нефть уходила из тех цен, которые она показывала в 90-е годы. $15. Вот. Да. А сейчас просто все возвращается на круги своя, только за минусом того промышленного потенциала и человеческого, кстати говоря, который мы потеряли за так называемые тучные 2000-е. Вообще нашему президенту с премьером повезло, потому что человек работает таким громоотводом, регулярно отмораживая вот такие вот глупости. Денег нет, но вы держитесь, и вот это тоже. Оттягивая на себя таким образом весь негатив. Правда, на моей памяти во время своего последнего обращения к Федеральному собранию президент полностью работу правительства одобрил. Со своей же стороны напомню, что КПРФ выдвинула и не снимает требования отставки правительства еще с 2013 года, после разрушительной реформы Российской академии наук, которая, в принципе, все показала. Какой у нас будет и научный потенциал, какое у нас будет социальное государство и все прочее. С точки зрения свертывания социальных гарантий, наше правительство любое за последние 20 лет было вполне последовательно. Смотрите, а вот социальные гарантии схлопывались у нас в стране. И последнее, на что хочу обратить внимание и дополнить немножко Булата Искандеровича, он на важнейшую вещь указал, то, что у нас половина работающих людей, они существуют на мизерные деньги, как раз-таки на 15-20 тысяч рублей, и КПРФ постоянно об этом говорит. В регионах еще большая ставка, там нянечки, преподаватели, учителя, скажем, в садиках, в начальных классах получают 7-12 тысяч рублей, это считается хорошим деньгами. Обращу внимание на еще один момент. Голодец, собственно говоря, некоторое время назад признала, что она не знает, чем у нас занято свыше 20 миллионов работоспособных людей. Они не платят налогов. Естественно, правительство наше все посчитало, что это злоумышленники, что это люди, которые работают в черную, их надо срочно вывести, заставить платить налоги.
А по моему глубокому убеждению, львиная доля этих людей вынуждена просто жить случайными заработками, потому что для человека нет никакого смысла в черную работать. Это работает против него. У него нет ни отпуска нормального, ни декрета у женщины, нет больничного, не идет пенсионный стаж. Люди не платят налоги не потому, что они плохие, злоумышленники, а потому, что у них нет возможности работать законно. Возможность это убита, собственно, политикой правительства. Спасибо, спасибо большое. Олег Иванович, давайте как с экономистом все-таки смотрите, есть такие выкладки, их можно посмотреть, как бы официальные цифры, что в среднем на душу населения мы отстаем от передовых стран Европы, скажем, Европы, США, там, отчасти, может, Японии, по ВВП на душу населения примерно в 4-6 раз. При этом по заработным платам учителям у нас отставание от 10 там, до 15 раз. Почему у нас традиционно так низко оплачивается интеллектуальный труд и такое наплевательское отношение именно в целом к человеческому капиталу, к человеческому потенциалу? Это вот с чем связано? Я думаю, что это связано сразу с несколькими вещами. Во-первых, это вопрос приоритетов государственной политики. И это то, что зафиксировано в пропорциях распределения денег между федеральным бюджетом и бюджетами региональными, которые, собственно, являются источником доходов для большинства учителей и врачей. Поэтому то, что у нас сегодня зафиксировано, что региональные бюджеты являются просителями у федерального бюджета и были вынуждены либо заимствовать, либо резать другие расходы, в том числе жизненно важные инвестиционные расходы. Вот это все то, в какой обстановке мы сегодня живем. Это вопрос экономической системы, это не вопрос тех или иных высказываний того или иного политика. Это вопрос в целом устройства приоритетов политики экономической системы. А почему не нужны нашим властям образованные, думающие, интеллектуально развитые люди? Почему такое отношение к профессорам, которые получают там 20-25 тысяч рублей, там, к учителям, которые получают и того меньше в регионе? Вот чем? Вот, видимо, есть более важные вещи. Видимо, сформирован образ такой страны, на которую все нападают, которые хотят чего-то оттяпать, и, соответственно, оборона и безопасность становятся гораздо более приоритетной вещью. И, насколько я понимаю, это одна из немногих статей расходов, которые в последнее время остаются неприкосновенной, которую не дают резать. А куда резать? Резать надо по самым большим статьям, соответственно, индексация пенсий. Пожалуйста, режем индексацию пенсий. Заморозка зарплат учителя. Зарплаты, в том числе и рабочие места тоже. В общем, это все вопросы, связанные с... Друзья, а вот как экономист, чем вы считаете, пришли такие изменения? В 2013 году выступал, когда премьер Медведев, он говорил, что социальные приоритеты остаются ключевыми приоритетами государства, что повышение уровня жизни, качество жизни учителей, врачей, ученых — это приоритеты, мы будем с этим бороться, будем повышать. А сейчас говорит, что как бы, ну вот денег-то нет, держитесь там здоровье. Ну вы еще вспомнили 2008 год с его национальными проектами, когда говорилось примерно то же самое, что экономика ушла вперед, мы теперь начинаем отдавать долги социальному сектору. Действительно, были предприняты ряд усилий, но эти усилия были, во-первых, беспорядочны, а во-вторых, эти усилия были, скажем так, они приводили к реформированию системы, она осталась той же вот архаичной и не стимулирующей творчество, не стимулирующей развитие. И в рамках этой записки... Это приговор врачам, учителям, бюджетникам на ближайшие 3-5 лет. Вот при этой нефти плюс-минус, грубо говоря, я опасаюсь, что мы больше не будем жить при нефти $100 за баррель. Я опасаюсь, что мы уже вышли из этого общества изобилия, воображаемого, в котором мы прожили практически 10 лет. Спасибо большое. Екатерина, как вы прокомментируете высказывание Медведева? В свое время еще Отто фон Бисмарк сказал, что учитель выигрывает войну. Мы не говорим о войне в мировых масштабах, но, безусловно, война за умы, воспитание нового будущего поколения. Поэтому, безусловно, профессии учителя и преподавателя, учитель в школах, преподаватель в университетах очень важны. Поэтому здесь я, конечно, не соглашусь про бизнес, что учителю нужно уходить в бизнес, потому что учителю нужно, безусловно, время для того, чтобы развиваться и дать детям все необходимое. Михаил Сергеевич, к вам вопрос. Смотрите, Дмитрий Медведев принес такую фразу, еще общаясь с студентами Сколково. Цели, чтобы стипендия покрывала все возможные элементарные затраты, у студентов имеется в виду, нет и не будет. Это невозможно. Сейчас многие студенты могут работать у себя на факультете, в университете, где-то там в бизнесе можно что-то найти. Вот цитируем его буквально дословно. То есть получается, что глава правительства не заинтересован в подготовке полноценных специалистов? И вот как это понять? То есть почему у вас стипендия традиционно там 1500-2000 рублей? То есть на них даже физиологически выжить невозможно. Глава правительства русским языком объясняет студентам, что социальное государство у нас только на бумаге, а тянуть на себе какие-то социальные обязательства, которые правительство считает лишним, он со своим кабинетом министров не собирается.
Он не собирается не только стипендии тянуть, но и достойные зарплаты учителям, врачам, преподавателям вузов и так далее. Он по возможности старается снизить пенсионную нагрузку. То есть государство, по сути своей, не социальное, а антисоциальное, которое выжимает все соки собственного населения. Ради чего? Ради того, чтобы обеспечить верхушке благосостояние и, самое главное, компенсировать ей ущерб от санкций, которые были введены в последние пару лет. Ну, блестящая история с Платоном. Очевидная совершенно. То есть взяли и целую отрасль дали на кормление вполне конкретным людям в лучших вообще средневековых традициях. Поэтому примеру здесь надо сказать спасибо за откровенность. А нам просто пояснить его слова. Понятно. Чтобы они доходили до каждого. А все-таки вот ближайшие там, год, два, три, четыре, пять лет лучше станет жить учителям, врачам, работникам детских садов, ясель, там, поликлиник, еще чего-нибудь, студентам тем же самым? Ну, давайте начнем с того, что работникам детских яселек легче, лучше не станет и хуже не станет, потому что яслей у нас не осталось, только частные. В садик теперь с трех лет, а до того мамочка сами, все сами. Да, да. Поэтому это уже очень характерный показательный пример. Если исходить из действий правительства, мы с вами видим бюджета. Какие-то предпосылки к тому, чтобы стало лучше. Какие-то закладки на это идут. Когда проводится осмысленная политика, то осуществляются определенные меры. Допустим, там, мы собираемся кадрово укрепиться, материально укрепиться. На практике мы видим, что материально просто школ становится меньше, кадров тоже становится меньше. В одной Москве за последние пару лет выгнали на улицу одних только врачей больше 8 тысяч человек. Влад Скандарович, вы как-то говорили, что в принципе у нас такое чувство, что и страной, и экономикой, и социальной сферой правят люди как бы не особо сильно образованные, либо с какими-то откровенно враждебными стране интересами, корыстными мотивами. Вот вы как бы не изменили свою точку зрения? Нет, конечно. Может конечно, быть, я думаю, мы так. Не понимаем коварный план по развитию бизнеса? Понимаете, бытие определяет сознание. Бытие сверхбогатых людей в правительстве или тех людей, которые обслуживают сверхбогатых людей, или поставленных эти сверхбогатыми на это правительство. Они, естественно, обслуживают свои классовые интересы. Интересы врачей их не интересуют? Интересы врачей – это people, это электорат, который должен голосовать, который правильно должен голосовать. Его воспитывают таким образом, что вот так по-другому невозможно. Ведь когда говорят, даже наши экономисты говорят, что они не говорят о том, что в рамках сегодняшних доходов и бюджета, и федерального, и регионального – уже невозможно. Нет возможности, держа армию и безопасность. А на остальное денег нет. Откуда деньги, ЗИН? Во всем мире делятся богатые. 50% сверхдоходов Германия, 40%, 42% Соединенные Штаты, Северная Европа, 60%. Я бы хотел от экономистов, как от зубов отскакивало это. При распределении доходов в стране абсолютно это неэффективно распределять, потому что если у народа нет денег, то оно не покупает, значит, нет экономического развития. Даже не социальная справедливость. Просто выживание государства. Это фундаментальный принцип, который должен говорить каждый экономист с утра до ночи. Говорить народу, что если Шувал возможность имеет такие возможности и платит 13%, а не 50%, вот эти собачки пошли бы, деньги, которые пошли на собачки, пошли врачам учиться. Это надо говорить. Это коммунисты должны говорить, только с этого начинать надо. Ну, у них это есть в программе, на самом деле, справедливости ради. И второе. Уже в Европе, говорит, вот это знаменитая книжка Пикетти «Капитал 21 века». Там же показано, не о 10% сверхбогатых и 10% сверхбогатых. 1% населения всего мира имеет постоянный рост доходов, остальные не имеют дохода. А в России? А у нас в России падают доходы остальных 99%, 98%. Об этом надо говорить. 1% сверхбогатых имеет доходы примерно 10-12 триллионов рублей. А у нас федеральный бюджет 15 триллионов. Об этом надо спасибо. Говорить. Сейчас мы с вами еще продолжим разговор. Олег Витальевич, все-таки давайте вот про эти вот действительно колоссальную пропасть между сверхбогатыми и сверхбедными. Мы помним скандалы с Шуваловым, с выкупленными этажами в сталинских высотках. Мы помним про эти самолеты, которые записаны на детей после 2013 года были. Якобы отец арендует своего сына. Мы помним про то, что у нас за первые три месяца текущего
прошлого года продажи рекордные были у люксовых марок автомобилей, там и Porsche, и Aston Martin, и Rolls-Royce, и прочее. Это прочее. Деньги, это зарплаты наших по большому счету, врачей, причем, учителей. Как говорят сами предприниматели, что они-то особо не покупают, покупают в основном сами чиновники. Вот это надо говорить. И, собственно, тот же самый спрос на элитную недвижимость там в Лондоне, который был во Франции, тоже был во многом именно со стороны наших чиновников-управленцев. Вот вы считаете, в принципе, вот это действительно лицемерие, что вроде как и денег нет, и надо бы затянуть пояса и заморозить зарплаты бюджетникам, там, не индексировать пенсии и провести какую-нибудь пенсионную реформу, при этом правящий класс, в принципе, живет как-то другой, какой-то в другой вселенной. Его особо не интересует то, что внизу происходит. А низы как бы то ли не могут понять, что происходит наверху, то ли не хотят это понять. Низы не могут понять, потому что им не объясняют. А вот мы им попробуем объяснить. Давайте, Олег Витальевич, попробуем объяснить. Вы абсолютно правильно сформулировали эту ситуацию. Более того, очень часто, и это проскальзывает во многих высказываниях, действительно, это уже перестали скрывать. Но я, кстати, не думаю, что прогрессивное налогообложение, которое вполне может быть разумным в наших условиях, что оно как-то в корне изменит ситуацию, потому что в современном мире придумано огромное количество способов и ухода от этого налогообложения, и но в Америке далеко не всегда это оказывается эффективным. В Германии же не происходит. Я вас слушал, этого. Дайте мне, пожалуйста, тоже сказать. Далеко не всегда оказывается столь эффективным с экономической точки зрения, поэтому любой вопрос о введении прогрессивного налогообложения должен рассматриваться очень осторожно и с анализом всех возможных последствий. Другое дело, что, и об этом тоже, кстати, говорили коллеги, что само отношение между государством и обществом, само отношение между бизнесом и обществом, бизнесом и государством, оно совершенно неправильное. Близость к государству дает возможность не просто удерживаться в прибыльности, но и создавать себе сверхдоходы. Близость к государству дает возможность бизнесам закрепляться на рынке и убивает всякую конкуренцию. Это источник... Разве нет по-другому? Что? Разве где-то по-другому? Нет, где-то по-другому, конечно. Есть совершенно конкурентные отрасли. Вы посмотрите, какие продукты были изобретены и доведены до промышленного производства в последние годы в мире. Таких продуктов мы живем как в фантастическом мире. Как раз высокотехнологичные рынки, они максимально монополизированы, гипермонополизированы. Нет, ничего подобного. Apple и Samsung. Не, есть еще Huawei, есть HTC, там есть, почему там есть конкуренция. Другое дело, что просто они... Многих из этих компаний, которые сегодня занимаются инновациями, производят новые продукты, их лет 5 назад еще не было даже в природе. Это они развились из стартапов, и вспомните историю компании. Если мы вас послушаем, получается, что у нас какой-то такой даже феодально-чиновничий бюрократический строй построен. Да, когда, в принципе, верхи да, перед низами не это отчитываются, а низы, в принципе, рады, что вот нет войны, либо вот они борются с Госдепом, либо еще чего-нибудь, и, в принципе, не понимают. Совершенно верно, с затуманенными мозгами, и люди действительно не понимают, сколько они должны получать за свой труд, и поэтому удовлетворяются вот этими низкими зарплатами. Евгений Васильевич, у меня к вам вопрос. Вот эта система, она насколько она устойчива? Она жизнеспособна вообще? Когда такая поляризация огромная, она обостряется? Я думаю, что эта система неустойчива, и за ней нет будущего не только в России, но и в мире, потому что мы говорим, в принципе, об экономике потребления. И как сейчас вот и приводили примеры насчет и Запада, и Европы, на самом деле в той же Скандинавии на сегодняшний день тоже растут очереди за хлебом, и они достаточно, ну, я могу точно сказать, что они растут каждый день, потому что у людей просто нет денег. Тем не менее, там прогрессивная шкала налогообложения, потому что государство, по сути, берет в долг и раздает эти деньги определенным, да, нищим. Бедным. Бедным людям. А вот Медведев, когда говорит заняться бизнесом нашим учителям, все-таки вот каким бизнесом они могли бы заняться? Вот может ли преподаватель, там, не знаю, математики, там, какой-нибудь арифметики, там, алгебры, русского языка, литературы, вдруг построить, ну, некую, знаете, такую замечательную технологичную компанию, некий инновационный бизнес? Или опять эта экономика такая торгашеско-распределительная, по большому счету? Если мы говорим об учителях в школах, то я считаю, что, безусловно, им заниматься бизнесом, как я и сказала, ну, это совершенно неправильно. Им нужно заниматься детьми, им нужно заниматься своим саморазвитием, да, для того, чтобы мы могли верить, да, в наше будущее, в будущее нашего общества. А если мы говорим о преподавателях, то, опять же, если мы возьмем Европу, Америку, да, преподаватели, те же профессора в университетах, они преподают, у них достаточно, у них меньше лекций, но у них есть научно-исследовательские работы, которые они делают вместе с компаниями. Безусловно, им тоже нужен практический опыт определенный для того, чтобы тем же магистрам
давать не только теорию, но и какую-то практику. Спасибо, сейчас мы к вам перейдем, но предварительно ознакомимся с результатами голосования, которые проходили на сайте канала «Красная линия». Вопрос был следующий. Рекомендации Медведева учителям уходить в бизнес. Это, ну, может быть, неудачная шутка, 3% считают, 4% мудрый практический совет, 6% оплошность политика, ну и большинство, 87%, это как квинтэссенция мировоззрения наших властей, условно говоря, либералов-рыночников. А Владислав Кондратьевич, вариант ближе или у вас свой взгляд? У меня, что я это хотел было? Бы не... Это стёб, это троллинг, это... Ну, что-то... поймите, это вот как раз то, что мы сейчас говорим, но ведь меня даже не Медведев, его высказывание, мне беспокоит в том, что на мозги у нас экономические, и основной массы профессоров такая вот. Вот мой коллега сказал, ну, не решит прогрессивность уголовного предложения. Росфинмониторинг знает кличку любимой моськи, той секретутки, которая обслуживает олигарха. Чего вы не говорите? Это 200-250 тысяч семей. Угу. Запад, Месси, национальный герой. Да, лучший футболист. Аргентины, да, футболист. Уголовное дело. Отца в тюрьму. Штеффи Граф. Это национальная героиня Германии. Отец в тюрьме. Угу. За то, что не платил налог. То есть, если хотим, можем. Ребята, все доходы, все транзакции вот этих людей, все прозрачно известны в Росфинмониторинге. Угу. Это же 250, ну 300 тысяч. Угу. При нынешних вещах. Что мешает? Политической воле. Желание. А дальше народу говорят, это ничего не решит. А сегодня это главное, передел доходов. Вот у нас до 17 года, вот при Столыпине, в великом Столыпине, в кавычках, а может не в кавычках, ключевой вопрос той интеллигенции и той элиты было, и народа российского. Передел земли. Сегодня не передел земли, передел доходов. Вот это, так сказать, внутренняя потребность народа. Угу. Это надо говорить, потому понятно. Что без этого страну не поднимешь. У нас в программе, в которой сейчас КПРФ на выборы идет, пункт о дифференцированной шкале налога есть. Но он стоит не на первом месте. И это сделано совершенно сознательно, потому что это не панацея. И сама по себе эта мера работать не будет. И это показывает практика современного капитализма, где почему-то сегодня не прозвучала в устах экономистов цифра, а она буквально несколько дней назад была озвучена, что суммарное состояние миллиардеров в мире превысило 7 триллионов. Колоссальная цифра. То есть в мире, даже там, где есть прогрессивная шкала налога, она не работает. Обратите внимание на другое. Одна из основных причин глобального кризиса – схлопывание спроса. Схлопывание спроса, потому что вот эта верхушка мизерная вытягивает все соки из остальной массы населения. В Швейцарии собирались раздавать по 2000 евро в руки просто так. Почему? Именно чтобы стимулировать спрос. И проблема той же самой Финляндии, начавшегося спада этой экономики, это тоже падение спроса во многом, потому что вытянули все соки из собственного населения, вытянула олигархия. Вот почему ключевой вопрос... Нет, но там разрыв между доходами богатых и бедных вопрос, не 16 к одному, как Россия, а 6,5 к одному. Там самый низкий. Градация разная. Но ключевой вопрос, это они вопрос не о распределении, так, уже полученного дохода. Это вопрос о собственности. Вот. И это был ключевой вопрос и в начале 20 века. А власть и собственность. Причем для нас сейчас это очень важно. Можно провести параллель. Для современной России вообще-то ее вот эта судьба двух труб, судьба страны двух труб, это проклятие. Точно так же, как у нас было земельное проклятие в начале 20 века. Вот этот вот оставшийся пережиток крепостного права, помещичья собственность на землю, тормозило развитие всей страны, потому что помещики делать ни черта не хотели. Они стригли с этого, что можно было. Все меньше и меньше получалось, но они продолжали стричь несчастных крестьян, которые землю так и не получили. Они получили ее от большевиков по декрету о земле. Вот сейчас собственность олигархии на наши недра точно так же убивает у нас все. Науку, образование, им это ничего не нужно. Их кроме двух труб ничего не интересует. Почему же президент Путин, который вроде как там патриот, там, знаете, там, за вставание с колен, за новую индустриализацию, за майские указы, которые уже давно были провалены еще в 2013 году до Украины, почему же все этих людей он держит? И Медведева, и Шувалова, и Улюкаева, Набиуллину, Силуанова. И им же поручает, по большому счету, возродить российскую экономику, дать некий новый импульс. Что же там происходит-то? А по-моему, ответ... Это опять классовые интересы? А по-моему, ответ на поверхности. Чьи интересы он выражает? Угу. Значит, он выражает интересы тех же людей, кто на чьи интересы сегодня представляет и правительство. Правительство обслуживает у нас вот эту олигархическую верхушку. Угу. Ответ на поверхности. Причем мы здесь не отличаемся в корне от развитых капиталистических стран, как их принято называть. Здесь вот прозвучал пример замечательный, то же самое корпорация Apple, блестящий стартап один.
Сколько стартапов Apple убила, скупая патенты и не давая хода блестящим разработкам, чтобы не породить себе конкурентов? Они скупили и взяли в долю этих основателей. Все крупнейшие сейчас компании-монополисты скупают тысячами патенты и кладут их на полку. У нас капитализм сейчас стал тормозом технического прогресса, хотя мы еще до этого до конца не поняли. Отчасти есть такое, да. Понятно, спасибо. Олег Ильич, ну вот вопрос такой все-таки. Почему, что за странная какая-то многоходовочка? Это все как, знаете, медведи превращаются в какой-то громоотвод, в некого удобного такого коллективного козла отпущения. Вроде за все провалы отвечает теперь Медведев. То есть он озвучит какие-то странные мемы, какие-то странные бредовые идеи. То есть это выгодно, как вы считаете, первому лицу государства и вообще этой элите найти некого такого, условно говоря, там нового Кириенко, на него все повесить? Или же нет? Или это некое совпадение? Сложно сказать, но, судя по всему, председатель правительства полностью устраивает президента России и столь длительное их взаимодействие вот в этих двух ролях. Просто это, они так смеются в лицо населению, что вот денег они, нет, держитесь, да, там. Мне кажется, что они вместе работают и прекрасно, отлично понимают друг друга, и их взгляды друг друга устраивают. Ожидать каких-то серьезных политических перемен до серьезного ухудшения экономической ситуации мне представляется наивным. То есть вот сейчас доходы, реально располагаемые доходы населения с конца 2014 года официально упали уже на 20%. Да. Причем это средняя температура по больнице. Кто-то покупает Rolls-Royce, там, Bentley, Maserati, а у большинства доходы упали на 30-40%. То есть мы еще недостаточно упали, получается? Еще хуже будет? Еще ждать надо? Видимо, ситуация для будет... Для того у большинства и упали, чтобы кто-то мог себе Rolls-Royce, Maserati покупать в условиях кризиса. История обогащения чиновников, она даже по мировым меркам, я думаю, что помимо латиноамериканских каких-то историй или восточноазиатских, мы ничего подобного припомнить не сможем. И самое главное, самое плохое, что это уже стало восприниматься нормально, что это воспринимается как абсолютно обыденная штука, ну, станет на его место другое, этот другой будет ничуть не лучше, ничуть не хуже предыдущего. И мне, как бывшему чиновнику, на самом деле очень обидно, что имидж самой государственной службы, он в этом смысле подрывается, и само установление знака равенства между чиновником и взяточником, это тоже происходит, чего в принципе быть не должно. Олег Ильич, у меня вопрос, а вот почему мы такие уникальные люди, что, скажем, за то, чтобы, скажем, там где-нибудь в Великобритании, в Швейцарии, в тех же Штатах, может быть, даже в Китае, в Японии, где-нибудь там в Южной Корее, еще где-нибудь, вот за все эти скандалы, за все эти высказывания, за Панаму Гейт, за слив этой информации про офшоры, там, ну, в Исландии вообще люди вышли на улицу 200 тысяч человек и премьер ушел в отставку, там, Кэмерон в Британии отчитывался, что и полностью предоставил всю отчетность по своим доходам, расходам, и что никаких там не было офшорных счетов у него. Почему в России-то уже, по большому счету, плюют в лицо интеллигенции, врачам, а все равно как посмеялись, да забыли? Ответ очень простой, потому что разрушена нормальная система информационного взаимодействия, разрушена свобода СМИ, разрушена политическая конкуренция в стране, и абсолютно несменяемая верхушка продолжает делать то, что она делает. И от выборов в Госдуму вы ничего хорошего от не ждете? От выборов в Госдуму я просто ничего не жду. Екатерина Сергеевна, вот прокомментируйте все-таки вот эту политико-экономическую ситуацию, потому что экономика в отрыве от политики, это в принципе не совсем корректно, поэтому была и политэкономия социализма, политэкономия капитализма. Все-таки вот что в ближайший год, два, три, выборы в Госдуму, выборы назначения президента, они что-то могут изменить в лучшую сторону с вашей точки зрения? Или в принципе мы продолжаем двигаться вот под откос, в пропасть, там деградация, примитивизация, деиндустриализация, там, не знаю, дезинтеграция экономики, вывоз капитала, ну и как мы живем последние годы, только будет хуже, хуже, хуже. И всем затягивают эту финансовую давку на шее. Ну да, не хочется, конечно, пессимистически смотреть на всю эту ситуацию. Да, хотя, наверное, реализма здесь больше, да, о чем вы говорите. Но я склонна верить все-таки, что хочется верить в лучшее, да. И с точки зрения тех же реформ, вот совсем недавно, да, Кудрин и Титов, они предложили программы, да, Владимиру Владимировичу, он отверг обе эти программы и попросил пересмотреть, дать ему третий какой-то сценарий. Да, то есть, ну, есть надежда на то, что все-таки как-то он пересмотрит, да, программу, как-то отнесется более внимательно к экономической программе, тем более, что, безусловно, человеческий капитал, инфраструктура — это два основных вопроса, которые очень важны на сегодняшний день. Я вам хочу привести один пример. Так. Это Ирландия. Угу. В 1988 году это была одна из беднейших стран в Европе. И там журнал The Economist, он выходил как раз с обложкой, что самая там бедная страна. А вот уже в 97 году это было экономическое чудо в Европе и в мире. И в первую очередь, что они сделали, это инвестировали в образование. Да, и это технологические университеты. То есть они предоставили государству, воспитало специалистов в области технологий.
когда, если мы вернемся к теме учителей, да, безусловно, это важно на сегодняшний день. Но, наверное, воспитывать не юристов и экономистов, а, наверное, другие профессии, которые тоже важны. Влад Кондратьевич, ну вот давайте все-таки, как нам избежать этой катастрофы, что нужно делать, что нужно иметь уже прямо сейчас? Кадровая политика, может, выборы в Госдуму, может быть, от президента там после выборов что-то изменится, вот программы пишут, там Титов пишет, Кудин пишет, там академики писали, все что-то пишут, там Московский экономический форум писал, а пока толку-то ноль, в принципе. Что сегодня выпьет наше население? Так. Жилье! Угу. Спросите 80% молодежи. Жить негде. Жилье есть, но оно недоступно. Угу. Надо сделать то, что сделал президент Путин для наших олигархов. Олимпийские игры, Сочи, 1,5 триллиона рублей. Они взяли кредит по 12-15% годовых. Они говорят, мы эти объекты не можем, они не дают нам деньги. Так. На 20 лет 5% годовых. Пересмотрели условия. Вот эти 5% годовых на 20 лет ипотека. Угу. У нас сразу оживет это строительный комплекс. Строительный комплекс – это одно рабочее место, дает примерно 7-8 рабочих мест. Это отделочные материалы? Это все, это строительная мебель, индустрия, это электроэнергия, трубы, все, дороги и прочее. Ага. И это двигатель экономики сегодня, движущая сила экономики. Второе – продовольствие, инфраструктура и, конечно, то, что связано со здоровьем и образованием. Теперь насчет этих прогрессивных шкалонных вложений. Самый быстрый рост Соединенных Штатов, когда до 90% возникало прогрессивное шкалонное вложение на финансовые операции. 50-60-е годы. Когда Томас Пикетти написал «Капитал 21 века», он нам сказал, почему у них сверхбогатый 1% имеет доходы, все время растущие доходы. И основной рецепт на эти доходы – дополнительные налоги. Через налоговую систему, через бюджет всем передел доходов. А куда теперь? Куда теперь куда? Куда? Конечно, не Олимпийские игры. Конечно, Чемпионат мира по футболу. Конечно, не футбол. Первые вот эти деньги в инвестиционные проекты, которые сегодня не востребованы населением. Жилье. А вот национализация природного сырьевой ренты. Второе, вот именно нефть, газ, давайте металл. Она, кстати, по закону национализирована. В бюджете. По факту, да. Все, что выкачали, нефтяные, нефть выкачали и потом продали. Но давайте смотреть. И нефть и газ. На нефтяной бизнес... Примерно, вот когда Путин пришел к власти, он передел доходы, кстати, передел доходы сделал, нефтяном бизнесе. 50% обложил доходов в государственную казну, появились деньги, тем более еще и нефтяной бум был. Что вы сделаете, вы национализируете? Ведь понимание национализации, надо объяснить народу, что это такое, сколько дополнительных денег получит бюджет. Вот это болтовня. Понятно. О том, что давайте национализируем, сколько дополнительных денег получит бюджет. Чушью, а вернее пшиком, будет любое полезное начинание, разговоры о них, пока у нас у власти остается сырьевая олигархия де-факто. Ее экономическое могущество позволяет конвертировать деньги во власть, сохранять свое господствующее положение и душить все остальное. Поэтому о чем тут разговаривать? И обратите внимание... Пока у нас довольно благостное настроение, я все-таки просил бы коллег, экономистов, вникнуть поподробнее. Да, у нас очень раздуты расходы на оборону и безопасность. Отчасти, может быть, это оправдано. Только посмотрите в пропорциях. А в пропорциях, на самом деле, мы уже видим, к чему готовится наш правящий класс. Потому что у нас уже сейчас Национальная гвардия вместе с теми частями, которые вошли в ее состав, больше, чем сухопутные войска. Где главный враг находится у этой олигархической верхушки? За пределами страны или внутри нее? Ответ, по-моему, очевиден. Это мы, что ли, враги? И здесь совершенно ясно, что в отличие, может быть, от многих, в том числе и образованных людей, вот эта олигархическая верхушка понимает, что ключевой вопрос у нас в стране – это вопрос о крупной собственности и конвертации ее во власть. Без чего совершенно невозможно что-либо нормальное здесь сделать. У нас будет вот эта олигархическая верхушка упираться до последнего, как упиралось поместное дворянство в царской России. И да, я бы хотел, чтобы вопрос решился мирно. И я буду все делать для того, чтобы он решился мирно. Но мы должны понимать, что главными творцами революционных событий всегда являются правящие классы. А вот вы сказали как раз-таки про мирное решение, так сказать, эволюционное, а не революционное решение вопроса.
выборов в Госдуму, после, во-первых, чего вы от них ждете, а во-вторых, после вот этих вот замечательных, в кавычках, перлов Медведева, насколько сильно упадет рейтинг власти, рейтинг партии «Единая Россия»? Или же не упадет? Сейчас какая-то странная многоходовочка, что вот я когда вижу, знаете, депутатов там Госдумы, нынешних там от «Единой России», они говорят, вы знаете, мы так не согласны с правительством, там же, говорит, такие агенты Госдеп, они же экономику разрушают, такая у них антисоциальная, разрушительная экономическая политика, при этом все законы подписывают, бюджеты принимают, отчеты принимает правительство, и более того, у них глава партии Дмитрий Анатольевич Медведев, он же и глава правительства. Вот что там происходит? Может быть, действительно сейчас в условиях кризиса «Единая Россия» и правящая власть потеряют контроль над... Умные люди есть и среди представителей власти, у меня здесь нет сомнений, просто многие из них находятся в системе, и настолько этой системой задавлены, что они не могут ничего предпринять. Умные люди были при царе, Столыпина я к ним не причисляю, потому что умный человек не требовал бы перед Первой мировой войной 20 спокойных лет. Сравните это со Сталином, который сказал, что... Если через 10 лет мы не ликвидируем столетнее отставание, то нас сомнут. Вот понятно. Сравните, кто был более адекватен текущему политическому моменту. Так вот, были там, и тогда, и сейчас есть нормальные люди. А рейтинг, что будет с рейтингом «Единой России», как вы считаете? Он упадет? Или он, да, он падает сейчас, это совершенно очевидно. Если бы он не падал, у нас выборы проходили бы в декабре. Сейчас ставка власти сделана на то, чтобы сделать тихие выборы в условиях начала сентября, привести по возможности зависимый электорат и результат постараться сделать. Не проголосовать людям дать, а сделать необходимый результат. На мой взгляд, это очевидно. Что касается меня, то как для человека, который в партии отвечает за пропаганду и агитацию, то я, конечно же, возможность работы на выборах рассматриваю в первую очередь как возможность прямого общения с народом, используя все сейчас доступные возможности. Поэтому для меня это в первую очередь возможность говорить с людьми. Позволят ли выборы коренным образом изменить политическую ситуацию, ну, для этого КПРФ должна добиться очень серьезного успеха, и тогда мы можем попробовать говорить с властью с позиции силы. Сейчас, да, у нас был неплохой результат на предыдущих выборах, но у нас сейчас 92 депутата, и выдвинув лозунг об отставке правительства, мы не в состоянии его реализовать, когда все остальные три думские партии действуют в унисон. Спасибо, спасибо большое. Олег Витальевич, все-таки есть какая-то реальная программа выхода из этого социального, экономического, возможно, уже там общественно-политического кризиса? Верите ли в то, что будут какие-то предприняты радикальные изменения по нормализации внутренней социально-экономической жизни? После выборов в Госдуму, там, перед выборами президента, либо нет? Перед выборами вряд ли, но я верю, что наша экономика зашла в тупик. И, в принципе, я думаю, что она в нынешней системе уже достигла максимума своего развития. Поэтому для того, чтобы обеспечить дополнительный устойчивый экономический рост, необходимы кардинальные перемены. И я с коллегой не согласен в чем, что у нас не... собственность конвертируется во власть, а сегодня ровно наоборот, сегодня власть конвертируется в капитал и в собственность. Там взаимный процесс. Это не диалектическое, да. Это сегодня ровно обратное. Это по Гегелю. Не, ну собственность ставит своих людей во власть, и власть это, потому, что категорически против так, предложений, потому что если вы трогаете подоходный налог, делаете его прогрессивным, легко можно посчитать, ваши доходы десятки, максимум сотни миллиардов долларов. Рублей, прошу прощения, дополнительных. Это не решает ни одной из... Это неправильно. Это правильно, если вы идете о доходах. А доход вы неправильно. Речь не о доходах, а о капитале. Налоги на капитал. Это неправильно. Я посчитал. Лично посчитал. Точно посчитал. У нас сегодня 250 тысяч семей имеет доходы $1 миллион в год. 250-300 миллион долларов в год. Это 60 миллионов рублей. 60 миллионов рублей. Если взять 50% с них, 30 миллионов, на 300 тысяч, вот вам 10 триллионов. Все. Так, давайте двигаемся дальше, Олег Николаевич. А по поводу, что делать-то надо, скажите, какие меры предпринимать? Можно ли выйти из этого кризиса? Ни в коем случае не трогать вопрос собственности, потому что еще один передел собственности приведет к тому, что инвестировать у вас здесь точно никто не будет. А вопрос кризиса – это вопрос кризиса. А почему боятся? Они так ничего не инвестируют. Те, у кого есть собственность, они уже полтора триллиона из страны вывезли. Так, может быть, дать малому бизнесу, люди почувствуют справедливость, потому что доходы идут в бюджет, будут распределяться на поддержку малого предпринимательства, агрария, фермеров, и, собственно, гринки будут. А что у нас раньше-то инвестировали? Оно, в принципе, сейчас особо ничего не идет. У нас до сих пор экономика недофинансирована колоссально. Низкая норма накопления капитала, там 19-20%, хотя должна быть 35-40%. То есть, как бы, и так-то ничего нет. Может быть, рискнуть да попробовать? Рискнуть да попробовать переделить? Ну, рискните да попробовать. Уже пробовали и рисковали. И, в общем, инвестиции вообще иностранные, это морковка, за которую нас водили 20 лет, и под это дело последние штаны отобрали.
По-моему, очевидно уже. Так, а вот давайте мы спросим нашу уважаемую даму Екатерину Сергеевну. Вот смотрите, значит, журналисты канала посчитали, что стоимость одного джипа Bentley Bentayga примерно 20-25 миллионов рублей за штуку. И продажи за последние полгода выросли там почти на 50%. В целом зарплата учителя составляет в регионе 12,5 тысяч рублей в месяц. То есть купить такую машину можно за 167 лет работы. За полгода продано 153 таких автомобиля. Не считая того, что там за 3 месяца поставлены годовые максимум продаж и годовой план продаж по другим люксовым маркам. Плюс мы видели, как у нас замечательный человек и бизнесмен Алексей Русманов отметил, отпраздновал покупку 150-метровой яхты, крупнейшей по водоизмещению, там, по-моему, 35 тысяч тонн яхты со всеми там суперзвездами, и яхта стоила еще под миллион 200 долларов. В принципе, как бы чужие деньги-то не считаем, но такое ощущение, что все-таки это деньги, не заработанные умом. Это все-таки деньги от сырья, от ренты, от государственной собственности, а от королей госзаказа, ну и далее по списку, то, что забрали из нашего с вами кармана, в том числе и у предпринимателей. Вот, что-то изменится в ближайшее время, с вашей точки зрения, здесь? Ну, хотя бы какие-то подвижки в пользу большей социальной справедливости, большего перераспределения доходов в пользу тех, кому нужен. Чтобы были деньги не только, скажем, на поддержку госбанков, госмонополий, но и на поддержку сельского хозяйства, малого бизнеса, на снижение налогов, не повышение акцизов, не повышение там тарифов на естественные монополии. Ну, здесь говорят, да, о политике той же импортозамещения, да, когда, в принципе, государство пытается выделить какие-то деньги, да, на развитие аграриев, на развитие сельского хозяйства. То же самое недавно совсем говорил Михаил Делягин о индексе Lamborghini, да, вот, тоже есть, да, о том, что рост, да, рынок, рост, да, рост покупка этих машин, да, увеличился на 20% в России. А при этом остальные марки уменьшились, по-моему, на 14%. Ну, что-то в этом роде, да? И эконом, они падают уже третий год подряд, там на 20-30%, да, да. А люксы но растут. Это только говорит, безусловно, о неравенстве в обществе, да, и о том, что это расслоение, оно только растет. А выборы в Госдуму что-то изменят, как вы считаете? Какие-то позитивные изменения будут? Вдруг там, как я уже сказала, хочется... Единая Россия очнется, думается. Хочется в это верить. Но как экономист... Как экономист, ученый? Опять же, да, хотелось бы увидеть программу, реальную программу экономическую, где говорили о развитии человеческого программа капитала. Есть, то есть есть тезис, заморозим расходы бюджета на 3 года в номинальном выражении, с инфляцией упадут на 20-25% по-нормальному, если считать. Пенсионная реформа, соответственно, там индексация пенсии работающим россиянам. То есть там много мер, повышение акцизов. Но она ведь не устроила пока нашего президента, значит, не все так хорошо в этой программе. Ну, акцизы на топливо растут, капитальный ремонт есть. Да, там есть развитие человеческого капитала, но не в той пропорции, в которой хотелось бы, да, безусловно. В это хочется верить, что все будет так, хорошо. Так, уважаемые гости, и вот теперь последний опрос заключительный. У нас осталось буквально пара минут времени на вас всех, поэтому, если можно, очень коротко и тезисно. К чему готовиться простым россиянам, врачам, учителям? Ну, по большому счету, к чему готовиться, что делать, как себя носить на этих выборах и как можно выжить в этих условиях, занимаясь созидательным трудом, принося пользу Родине. Болов Скандарович, ваша точка зрения. Людям что делать-то простым? Ну, людям готовиться к тому, что у нас улучшений не будет. И это надо понимать, что мы еще не готовы к новой экономической политике. Угу. Вот Владимир Ильич Ленин в 1922 году, вопреки всех своих соратников, понял, что страна экономически победили гражданскую, тупик, начали восстание Тамбов, Кронштадт, и смог сам своим мозгами понять, что рыночная экономика, новая экономическая политика, введение вот этого свободного, это вместо продразвездки продналога, рынки, и это позволило спасти. Да, спасибо, спасибо. Вот новая экономическая политика, и этого сегодня мы не видим от лидеров государства, чтобы своими мозгами самому достичь вот этого понимания. Спасибо, понятно. И, Кристина, ваша точка зрения, что нужно делать? Мне кажется, для того, чтобы восстанавливать экономику и вообще страну, можно начать в первую очередь с себя. То есть заниматься своим делом и заниматься качественно. Спасибо большое. Олег Витальевич. Я согласен с тем, что надо заниматься своим делом, честно делать свой труд, не уходить куда-то в бизнес учителям и не уходить предпринимателям, преподавать в школы, делать то, что лучше всего умеешь, и больше думать над происходящим, делая свои собственные выводы, а не слушая жить своей головой пропагандистов. Понятно. Михаил Сергеевич, ваше мнение, что... Ну, людям надо помнить, в первую очередь, что твои собственные права ничего не стоят, если ты не готов их отстаивать. КПРФ готов отстаивать права граждан, и мы готовы это делать вместе со всеми, кто придет к нам.
Ну, а каких результатов можно достигнуть? Я не пример Исландии буду приводить, а у нас в собственном государстве есть прекрасный пример, когда через вложение в собственный народ в 20-е годы, ликбез и культурную революцию, и потом, после этого, возможную индустриализацию, мы единственный раз в своей истории смогли показать оказаться первыми по темпам экономического роста в мире. Спасибо большое, дорогие гости. Я думаю, что мы еще не раз поговорим о том, что происходит в социально-экономической сфере, но как бы мы не хотели быть оптимистами, все-таки вынуждены оставаться реалистами. И, судя по всему, вектор на деградацию, примитивизацию, разрушение российской экономики, образования, здравоохранения, к сожалению, сохраняется. Но в эфире была программа «Точка зрения». Я ведущий Владислав Жуковский. Всего доброго. До скорых встреч.